Что будем, турельки брать или биотрекер взять мне? Сейчас разберемся. А, нет, мне Ладно. биотрекер не нужен, пускай лучше бот, наверное, ходит, да? Или мне взять? Не, лучше бот. Или мне. Или бот. Биотрекер пускай бот Возьму. ходит. Да, я тогда возьму бот. Хотя, ну, да, пускай бот ходит. Ты А тут им какая-то новая пользовался? турель же появилась. Я Она... раньше, ну помнишь, мы раньше играли, я говорил там, то за стенкой, туда-сюда. Да, там типа пистолетная такая. Мне Короче, возьми, да. наверное, все-таки Здравствуйте, дорогие там. биотрекер. Здравствуйте, дорогие товарищи. Еще раз мы начинаем нашу трансляцию миссии R2.1. Извините за повторение тем, кто смотрит стрим. Вот. Я просто заметил, что я Full HD поставил на настройках, а GTFO у меня записывается на просто, короче, на этих самых 1980 на 1920 на 1080. Вот, вместо этого. Короче, да. Теперь все нормально. Выбираем себе пулеметики. Ой, я все забыл вообще тут, что творится. Да забей, возьми какую-нибудь пулеметную турель. Главное, у меня есть скин без ноги, вот это отлично. Сама. Да, Окей. все, вот я взял. Что ты взял? Я трекер возьму, все-таки. Или все-таки рекомендую взять турель. Трекер хочешь взять? Ну, да неважно. Хочешь трекер, бери трекер. Я тогда был туп. Переставлю там пулеметную турель. Пускай будет. У него такое. Все забыл уже, хоть сейчас ориентироваться как-то. Так. У тебя что там, мехатроник, да? Разраб. Так, так, так. Наверное. В остальном все. Все так, как надо. Вроде как. Ты помнишь суть игры, да? То, что здесь стрелять не надо шуметь, если это то, что патронов много не бывает. Аптечек тоже. Брать с собой можно только один комплект. Тут, по-моему, аптечка, рефилка и аммопак. Рефилка дает патроны в этот, да, у нас в турельке. Вот. Опускаемся, потом будет Да, жить. я готов. Да. Патронов много не бывает. Короче, GTFO это тот же самый Left 4 Dead. Там два вторичных оружия, то есть, ну, два оружия, одно специальное и эти самые и всякие пачки с патронами, там с хилсой и с запаской для спешл оружия. Вот это главное, что нужно понимать. Вот тут нужно стелсить. Стелсить нужно с оружием ближнего боя. Ну, потому что чем больше шума ты делаешь, тем больше прибегает тварей, и, собственно, на всех патронах не хватает. Ну и немножко хакерить нужно. Отлично. А, это простая миссия. Тут под конец можно даже это самое не сильно париться. То есть, как бы, когда я проходил ее один, тут под конец просто нужно было отнести эти Ящичек. контейнеры, и ничего страшного не Так, было. я могу зажимать, то есть и будет сильнее удар. Отмените его Да, мантикору. как раз Я-то... таки только с усиленным ударом и надо подходить к этим, ко всяким тварям. А если зажал и хочешь отменить атаку, по-моему, правую Правая. кнопку надо нажать. Да. Уже Вот разобрался. терминал. Кто, где? Какой терминал? Здесь. Ага, супер. Так, а пульс влияет на что-то? Нет. Отлично. О, биотрекер.
Так, а что у нас за цель? Соберите сведения о местоположении предмета. Карго 942, карго 140. Ты говоришь, что нужно узнать. Карго. Да ёкардовавай, что-то я растерял свои хакерские навыки. Я забыл. Так, что тут у нас? Пинг. Лист. Лист, пинг. А, лист. Помнишь, такие команды были? Вот еще один. Блин, я забыл. Help. Так, мы в какой зоне находимся? Еще не помню. 954-й терминал. Так, значит, подожди. Пробные образцы в грузовой контейнер. Карго 942, карго 148. Значит, query. Query. Да, по-моему? А, query. Query, query. Так, query. Карго. Что там карго? Underscore 942. 942. Запрос. Зона 104. А второй какой? Карго 148. 106 и 104. Так, 103, 106. Ага. Ну что, давайте потихонечку помолясь. Так. Здесь на дверях, да. А, вот, кстати. Один. И еще трое слева за дверью. И один в комнате. Так. За этой дверью, получается, у нас трое. Больше да. Никого нету. Палки-бросалки. Здесь кому интересно. Короче, смотри. Рефилка. Да, разраб. Тут такая штука, что светить на этих монстров нельзя, тогда иначе они просыпаются. Да. Но можно бросить к ним эту палку-бросалку. Ну, световую палочку эту. И ага. Тогда... И тогда это нормально, как бы свет будет, но они не будут агриться. Вот. Есть еще такие вот артефакты, их собираешь и как бы, ну, между миссиями можно выбрать какой-нибудь бонус. Есть у кого место? Амопак есть. Я с медипаком хожу сейчас. У меня рефилка. Ага. Так, что там у нас? Z102D нам нужно что-то там. Ничего не нужно, поэтому не открываем. Опять палки-бросалки. Так, что там у нас еще было? Кстати, а что там в этом секторе? Хотя ладно, я открою. А, тут еще, если на тап нажать карту, да, можно открыть и рисовать на ней, точно. Да, всякие. Рисовать члены. Если вообще хочется. Ну ты ж не стримишь, ты можешь рисовать, что хочешь. Я стримлю. Нет, но я про разрабу. А, да. Да. Я знаю. Окей, тут ничего нету. Это просто обратный путь. Разблокировал. Лучше закрывай за собой двери. Угу. Вот только главное, чтобы бот об этом понимал. Так, подождите, спереди кто-то здоровый. Красным светится. Я уже забыл, что это значит. Так, палки, бросалки. А, это за дверью тут кто-то. А, двери закрыты. Что-то там большая красная точка на биотрекере. Но нас это не касается, закрываем эти двери. Уходим, закрываем эти двери. Блин, я вообще забыл, честно говоря, как в эту игру играть. У меня прям руки сопротивляются. Так, да. Ну тут просто с картой немножко разобраться. Так, значит... Так, за правой дверью тоже что-то большая красная точка здесь. 106, 104. А нет, она где-то справа.
Вот 106-я получается. О, еще ключ надо какой-то. Нужна куртка. Это ключ Key Black 970, да? Тогда я пошел к терминалу. Давай. Да. Но с... терминал скорее укажет, что нужно за эту большую, за первую красную дверь ставить. Идти. Еще вопрос. Эхо нет? Какого эхо? Которое было. Какое было? От голосового. Не-не-не. А, нет, все нормально. Все, все. В 103-й зоне ключ. Ага. Вот 103-й. Турельки не забывай забирать, если ставишь. Ну, я так понимаю, что мы сейчас в эту дверь будем переться. Поэтому... Так, а за ней 3-4 тела. Здесь какой уровень-то безопасности? Здесь, по-моему, нету, да, безопасности уровня? А, ну, нет, если нет, то хорошо. Но все равно на всякий случай поставить. Как хотите, в общем. Не страшно. Что, открываемся? Да, вскрываем карты. Давай, давай, этот. А, вроде, вроде никаких проблем нету. Просто дверь открыть. Ну, unlocked. Ну, открывай. Я забыл, как играть в эту игру. Да. О, мочите эту тварь. Я пока заберу. Вот ты прям ножичком чик-чик-чик. Красавчик. Ножичек я помню хорошо, что он мне нравился. Да-да, я тебя так и рекламировал сталкеру, что ты мастер ножа. Так, а что-то какие-то у меня красные точки на биотрекере новые, я таких обозначений не помню. Маленькие красные точечки. Ну, может... Уже нету. Какое-то обновление. Походу, да. Было и не было. Какая разница? Вот за этой дверью что-то там крупное светится. Зона 105. А где находился ключ? В 103. Вот 103-Б. Ага. Так, здесь сверху двое. А в какой? Трое, четверо. А в какой конкретно 103? Просто 103. Там когда... Не указано было. Ты можешь потом посмотреть по буквам, что находится в конкретной подзоне. Сука. Ты не волнуйся, друзья всегда помогут. О, фонарик есть. Так, за дверью четверо и вдалеке еще... А, трое и вдалеке еще трое. Они. Что-то у нас под нами, рефилка. Вот они сейчас прям где-то под нами или над нами? Походу прям под нами. Под нами. Тут какая-то глубокая хрень. Вон, видишь? Лесенка. Вон еще одна лесенка. Дверь закрыть? Или нет? А можешь. Закрывай, да. Лучше закрывай после себя дверь. Осторожно. Там светится кто-то. Красавчик. А, точно, у меня же есть это самое. Нормально. Осторожно. Красавчик. Красавчик. Ну, это прямо оружие. Мастер ножа. Оружие быстрого реагирования. Аптечка. Я вспомнил. Так, блин. Я могу... А, ну ладно. Опять палки. Вот, да, взял? Палки-бросалки. Так, к
Кого там что? Медипак, медипак. Где Амопак. же эти трое тут, а? Так, разраб, ты можешь раздать там два заряда кому-нибудь, себе и Хиггсу, например. Походу они над нами, что ли? Вот прям надо мной. Ты где вообще? Или подо мной. Я сверху, тут просто светится кто-то. Блин, я тебя потерял. Там сверху, короче. Ясно. Так, 102, 105, блин. Что там по карте? Здесь никого. Справа, возможно, будет сейчас кто-то. Ага, да, за вот этой дверью, понятно. Каморка что за актовым залом? Репетировал школьный ансамбль. О, вижу, толстый. Тихо. А нет, не толстый, мне показалось. Худяшка. Так, а тут трое. Стоять. Блин, один я... красный, два красных. Я вот этих двоих могу, в принципе. Чикнуть быстренько. Подожди, как тут забраться-то? Стоять. А, красавчик. Сзади. Еще один. Так, что по здоровью? Пишем, зачем ты нам не медпак пользовал? Нормально. Так, что там какой-то херня? Терминал. Терминал. А, нашел? Где? Да. Чёрт. Ну вот прям тут. Давай тогда. Я что-то не помню, какие команды. Может, ты введешь? Давай сейчас, во-первых. Эй, Black 970. Где мы находимся-то вообще? Зона 103, правильно? В 103-й зоне, да. Кей Black 970. Кей Black. Мы в 103А сейчас. 978. 970? Да, 970. В зоне Е. 103Е. А, вижу, пингуешь. Угу. Так. Вот за этой дверью, понятно. А, ну вот у нас 103. Сейчас, подожди, а нам нужно карго 942, карго 148. Это в зоне 102. Подожди. Сейчас я тут листану одну вещь. Лист зона. А нет, слушай, 104. Тут, походу, народу много. Давай подождем, что ли. Так. А нет, они все за дверью, все нормально. Так, нам какой нужно? Карго. Карго 942? 942 и 148. Так. А... 142. Запятая. А. Сейчас. Кейблэк 970, нашел. Интересно, ладно. Кейблэк. Мощный фонарик я люблю. Ладно, давайте закрывать двери и текать. А что там за красная дверка? Рядом с вами. Зона 104, нам сюда. А мы откуда пришли? Нам. Класс второй алярма. Вот, блин, подстава. Нам туда надо. Так, а 970-й ключ-то я зачем брал? Мы что-то там открыть, по-моему, должны были, да? Да, какая-то... Дверка 106, в зону 106. Зона 106. А что у нас 105? Класс 2 алярма. Неинтересно. Блин, что-то мы потерялись, правильно? Ну. Так, короче. 106. Короче, нам все равно нужно в алярму и в 106 алярму.
Я на карте тут рисую. Это вот Апельсин. сюда, да? Да, 104-я вот, это второй класс алярма. И 106-я будет, это то, что тебе ключ ты взял. Но там тоже вроде как алярма должна быть. Так что нам все равно... Ну что, в какую идем? Давай, мы уже поблизости тусим. Пойдемте. Пойдем в 104-ю. Дверкой закрываем за собой. Так, может рефил паки вам раздать? А пока не надо. Ну, как хочешь. Как хочешь, пока что Не, он это просто не. нам не нужен. Так, теперь нужно придумать, как тут расставить пулеметы, чтобы красиво было. Чтобы красиво было. Но нет, фигня какая-то. Так, как бы тут. Откуда они могут пойти, эти твари? Получается слева, а тут сейчас еще будут точки, да? У нас тут две двери, Да, три, точь. точнее, двери. И вот они за вот этим контейнером либо слева, либо справа побегут. Ага. Справа. Да. Ну, что получается? Одну турель хрен его знает. Надо, наверное, вызвать самое уязвимое место, которое крыть руками, так сказать. Ну и вот еще. Широкие Давайте площадки. поставьте последнюю турельку куда-нибудь. Я предлагаю сюда Давайте надо. куда-нибудь. Вот сюда прям. Куда-нибудь. Как-то так. Но лучше, чтобы она отсюда до сюда прикрывала. Но не важно. Ладно. Поставил. You wanna Давай, play? поставлю. Let's play. Ага. Да, окей. Чё, мы готовы? Да. Ну, давайте тогда начинаем веселуху. Эй. Где мой верный пистолет на большом Смотри, колене? только Friendly Fire это тут жесткий такой, по-моему. Посередке бьются. Вон, А нет, побежали слева. край и край тоже. Да, все, пошли разбирать эти. Блин, где ж, где ж, где ж, где ж? Все, уходим обратно под турели. Обратно, обратно. Там еще один остался. Так, нормально, все. Забираем турельки. Вот. Так страшно. Все, да. Че, по А здоровью? вот на тап можно смотреть, да, у кого че, я точно вспомнил. Ой, осторожно. Они все живы, целы. Ой, тут Ё-моё. скаут, 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 отходим. отходим, отходим от волос. Только не задень волосы. Да. Я тебя прошу, ты можешь ломать меня? Полностью. Ломай меня. Если Так. скауту задеть, будет неприятно. Ее можно убить в полете. Во, да. Отлично. Как-то так. Ой. А, что-то я как-то так рванул, да? Да ничего, нормально. Я их ножичком почикал. Ну, хотя бы скаут не триггернулся. Да. Рефилка есть. Так, у меня медипак есть. Так, кому тут Так. нужен? Мне Пенная нужен. граната. Я на себя одно использую. Давайте я рефилки вам отдам. Рефилки? Ой, Давай. медипак взял. Давай. Кому? Тебе надо, да? Так, тебе сказать надо.
Нет, тебя пока много. Боту надо. Так, что у меня? У меня турель 100%. Ну, дофига слишком. Даже. Хорошо. Нам какой 104 Е было? Или не помнишь? Я забыл. Да, по-моему, 104 Е. Блин, открывайся замок. О, амма. Амма пак. Я возьму, да. У меня есть место. Угу, супер. Все, пойдем дальше. Пошли. А куда? 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 Иди сюда. 104А, 104А. Что-то здесь все сломано. Действительно, зачем мы сюда зашли? А, вот, карго 942. А, да-да-да-да-да. Нам же карго отнесите к сканеру. Нужно отнести к сканеру, этого нужно. Начало. Зона 106. Вот, как раз я, от которой ключ у меня есть, да? Ага. Короче, пойдемте. Я пойду отнесу на эту самую, на базу. А нам надо... Ну и потом прибегу к вам. Так, сейчас. Подожди, а на Extraction Point это что, типа конец миссии уже? Это да. Она быстренькая. А, понял, она вообще легкая получается. Ну да, да, да. Никаких тут волн пятого уровня, да? Да, да, да. Я даже не накосячил. Ходчик туннельный. Так. Ну, мы все правильно делаем. Чё? Пока что правильно. Мы же пока еще не зашли. За-за-за. Все, пойдемте. Обратно. Чё там у нас? Главное тут это самое. Не заходить в чекпоинты в руках с артефактом, да? А, это да. А тут баг есть такой. Лист зон 106, правильно? 106. Как, мне что-то микрофон, что ли, чуди? Да. Все, пойдемте. Да нормально тебе с микрофоном что-то. Я тебя нормально слышу. Угу. Да, Бишоп, не тупи. Заходи за... За грань этой двери. Так, вот она, зона 106. Вставляю карту. Так, ставим эти самые для начала. Четвертый класс, аларма. Вот-вот. Сейчас нам будут почки драть. Да-да-да, надо поставить хорошенько. Эти... Да, сейчас будет жесткая нарезка. Голов. Угу. Так, что там... Вот дверка. Слушай, может пойдем в Extraction Point, а? Не передумали еще? Так нет, нам оба нужно. Да, может все-таки попробуем. Что-то четвертый класс. На первый раз, что ли? Я все забыл, поэтому я как первый раз. Я так только на инстинктах с ножом живу и все. Окей. Так. Ну. Кто разбился? Так, и разраб у тебя турелька была, правильно? Да. Ну и поставь какой-нибудь вот сюда, может, или сюда что-то такое. Куда? Ну, я даже не знаю, либо в этом направлении, либо в этом. Патроны никому не нужны, да? Все нормально. По-моему, никому, да. 51. Тебе для точного боя винтовки патроны не нужны? Да, я ей толком не пользовался. А, есть чуть-чуть. Нормально. Так, давай куда-нибудь сюда, наверное. Я... А, нет, ты уже поставил? Куда? Сюда?
что надо что поставить. Поставь сюда. Вот, чтобы она где-то так на дверь целилась. Потому что, скорее всего, оттуда да, побегут, отсюда они побегут. Слева пойдут. Да. Либо отсюда, либо оттуда. Ну, короче, да. Понеслась? Готова? Нет, 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 я запутался. Ну, ты смотри. Я готов. Ну, сейчас узнаем момент истины. Так. Здесь. Так, дальше сюда. Вот там Валера идет. А, по ногам, по ногам, по ногам. По ногам, не по голове? По голове и по ногам. Так. Теперь в другую зону надо переходить. Сюда. Опа. Хорошо. И наверх. И все. Да? А, нет, еще что-то там открывается. Блин, что за... Блин, прям под турелью, а? Сейчас меня турель заколбасит. Так, все, дверь. Все, супер. Патронов теперь, правда, ни хрена нет, но это уже второй вопрос. Патроны у меня же два аммо-пака есть. О, супер. Так, Хикс, у тебя аптечка. Я есть? Готов поделиться. Да, наверное, пока не надо. Хотя... Так. Мне да пока, наверное, оставь. А тебе вот надо было бы Хикс. Или не надо? Да, а мне надо, думаешь? Тут же, по-моему, поднять можно, да? У тебя 26, поднять можно, да. Вдруг сейчас еще какой замес будет. Кому патроны? Мне патроны. У меня на пистолет одна обойма. Тебе? Тебе надо? Все, он раздал. У меня два магазина так, на пистолет. Так, свет выключаем. Еще на ППшку. Запомни, если что, что у меня медит аптечка. О, так, скаут, справа, скаут, сталкер. Скаут. Даже, скаут, да, по-моему, даже двое, а нет, один. Так, ну ты у нас умеешь убивать их? Возлагаем это на тебя. Я их так и не научился убивать. Аптечка. Так, она к нам потихоньку топает. Да, так нужно, чтобы она собралась. И тогда можно убить, как обычно. А ты ее кортиком запоришь, да? Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да-да. Давай, мы верим в тебя. Распустила тут свои леки. Или как там в Звездных войнах? Ай, бляха-муха. Ё-моё. Пипец. Кстати, она, по-моему, фонарика уже не боится, да? Бля, извини. О, всё. Так, срочно ставим под эти самые... Расставляем во все дыры. Да блин, кто меня?
что такое, у меня билд ракеты сработал. Ладно, достаточно удачно. Вроде нормально, да? Да, конечно, патрончик потратили. Но на старуху я бывает проруха. Попал еще по своим. По все мне, по мне, блин, попал. Ты что, мстишь за свои 25%? Мощный фонарик. Так, не... А, нет, есть кто-то вдалеке. Турель брать. Нет? Да, надо забирать. Это че? Я забрал? А, внизу двое. А, это моя. И здесь один. Нет, не моя. Это этот самый Биш. Я тут пока в... после Left 4 Dead в кнопках путаюсь. О, я такая же фигня. Так, что там? Один. Тут много. Раз, два, три, четыре, пятеро в комнате. Передо мной вот двое еще. Ты ножичком в голову четко, ну, этим копьем. Так, у меня тут двое беспокойных ребят. Сука, сдохни. Так, кто-то побежал. Началась стрельба, блин. А все, больше тут никого нету. Это хорошо. Так, ну и что у нас тут? Все, можно включать музыку, веселиться. Да. Что там у нас? Палки-бросалки. Расплавитель нашел. Куча всяких. Куча всякой херни, которая уже не нужна, да? Так, нам нужен какой-то ящичек. А, нашел патроны и рефилку, кстати. Так, рефилку вы на себя юзаете, а я это самое. У меня медипак. А, медипак точно на тебя нужно заюзать. Я бы аммопак сожрал один. Хотя... Так, я тебя подлечил, блядь. Да что, как меня бесит эта система. Чего с патронами, пистолет? На, блин. Это что за фигня? Пускай будет что. Так, патронами, патроны. Давай, патрон. Я тебе, наверное, надо дать. Держи. Я там не сильно. У меня. У тебя на пистолет ни хрена не было практически. Требуем. Так, где-то тут нужно найти эту хрень. А где ее найти? Бишоп. Где этот гребаный карго? Карго. Что-то я никак это отдуплиться не могу. Кому патроны еще нужны? Так посмотри на таб. Да я смотрю, что-то не могу сообразить. Так, пистолет 43-76. Смотрю в книгу, вижу фигу. А, ну вот тебе самому нужно. А, и разработчики тоже. Давай, да. Так, что тут у нас есть? Киткат, ты где там? А, вот ты там. Больше никого нет. Нет, я по биотрекеру посмотрел, никого нету. Держи это, аммопак. Я пока еще поживу. Так, блин. Мне еще на пешку 2 магазина и на пистолет 2. Непонятно. Блин, тут терминал где-то есть рядом? Я попинговал бы. Терминала, по-моему, нету. Ё-моё, терминал, считай, вот только. Вот, да. Ага. Ищи, блин, эту хрень. Ищи, свищи. Вообще, где находимся? Зона 106Б. Она вообще тут находится? Вот, 106Б прям. А, да. Ну да, вот я про это и говорю, что... Но это оно, как бы... Ящики. Нам тут искать надо или как? А там
сейчас залезли в дупу, а тут сюда лезти не надо было. Блин. Зачем дали этот набор для интоксикации? А там какой-то синий здесь туман, не знаю, без понятия. Вообще без понятия. Да блин, где это? Ничего нету. Может, нам вниз все-таки вот. А, ну хотя нет. Это мы оттуда пришли. Точно. Так, нам нужен карго 148. Так, короче, походу надо бежать до терминала, где я нахожусь. А вот я нашел ее. Не назад. Нашел? Да, все, никуда бежать не надо. Пошли все вместе. Просто. Просто пошли вместе, спокойно. Спокойно. Без всяких этих самых. Тихонечко. Да. Резких движений. И на этой счастливой ноте закончим наше изыскание. Пока никого нету, я с биотрекером. Да, тут никого нет, тут только при дверях все открывается. Можно еще 105-ю дверь зайти. Ну там ничего. Не, они ж помнишь, у нас спаунились какое-то время. Ага. Но в 105-й двери вообще. Из задания-то нету никакого, чтобы туда ходить. Давайте заходим все внутрь. И ставим эти турели, ставьте. Пока еще на подходе нету. О, появились. Первые побежали. Ну, сейчас спокойно будет. Подождать нужно, пострелять чуть-чуть. Ну как это я удачно поставил, да? Место такое неудобное. Не говори. Та-дам! Да, прошли. 40 минут заседания. Нормально. На картах. Ну что, может еще раз спустимся? Ну не, все, хватит. На сегодня уже полтретьего. А я бы спустился еще. Это потому что эти эндорфинчики поднялись. Ну да, да. И что-то я по GTFO соскучился. Мина, пена, биотрекер. Это была самая простая, типа. Ну да, если мы тогда играли 8 часов и не прошли. Ну да. Это. Тогда вообще было. Считай, тренировочная миссия. Да. Ну что, дорогие товарищи, спасибо за то, что были с нами. По крайней мере. Да, это был короткий заход. На этой миссии. Можно будет повторить. Короткий заход, блин, 40 минут. Ну, это короткий для GTFO. Ну, в общем-то, да. Что-то тут даже не постреляли особо. Я вообще ни разу амопаком не воспользовался за это прохождение. Я вам все отдал. Угу, да. Я два раза прыгнул так, что мне хп сняло. Я вообще не понял, как ты там на 26% снялся.
Ну, я про тебя, Хиггс, говорю. Ну вот. Ну, Как-то отлично. так. Ладно, Ладно. тогда будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. У нас Да. подписчик новый. Спасибо. На, спасибо. Будет еще Все. что-нибудь. Все. Да, обязательно надо будет повториться. Back for Blood еще поиграть. Left 4 Dead. Да. КТО. Выцепить Рейвена и... Да. Что-то одни названия, знаешь, из аббревиатур. Да, Афи, БФБ, ЛФД, Ну. ГТФО. Да-да-да. Да, как-то так. Вот. Ладушки. Ладно.